Казани сегодня представили многообразие современного взгляда на национальную одежду. В столице республики прошел 5-й международный конкурс модельеров National Fashion. Свои дизайнерские находки представили начинающие модельеры и уже мэтры создания одежды из разных стран и регионов России. Всего для показа своих творений заявилось 50 участников. Интересно, что в качестве модели предстала одна из финалисток шоу «Голос». С нарядами и их создателями познакомилась Диана Махмутова. Казанский дизайнер Любовь Храмова своих двух дочек и их пятерых подружек на конкурсе решила окунуть и нарядить в сказочную атмосферу. Коллекцию детской одежды украсили мотивы русских народных сказок. Так, по мнению модельера, дети потянутся к книжкам. Сейчас детишки пошли современные, они сидят в телефоне, постоянно там в компьютере смотрят. Вот, и мы хотели, чтобы привить любовь детей именно к чтению, к познанию русской литературы и сказок. Поэтому коллекция была именно с аппликацией этих сказочных героев, и в дальнейшем планируем, чтобы были еще книжки. Конкурс International Fashion призван расширить орел жизни национального костюма, позволяя ему широким шагом войти в современные модели одежды. Организаторами смотра обновленной старины стали Книту Каи и журнал Сюембике. В Республике Татарстан это единственное мероприятие, и не только в республике, которое именно демонстрирует и адаптирует национальную одежду в современный мир. Здесь представлены те малые народы, которые уникальны в своей именно стилистике своей национальной одежды. Высокая тонкая обработка кожи, умение работать с полудрагоценными камнями. Молодые дизайнеры здесь, что называется, выводят в свет свои творения, показывая последние разработки современной одежды в национальном стиле. Конкурс проходил в нескольких номинациях, оценивалась повседневная мужская и женская одежда, наряды в стиле этно, а также эскизы и дизайн-проекты. Знаковым событием конкурса этого года стало участие в качестве модели финалистки шоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной. По результатам голосования членов жюри лучшие дизайнеры были отмечены призами, украшениями, сладкими подарками. Добавим, что графические работы конкурса можно будет посмотреть на Казанской ярмарке до 4 ноября. Диана Махмутова, Дмитрий Аринин, Петр Шамбазов, столица.